Всем большой привет! Я сегодня хочу вам рассказать о дорожных штрафах в провинции Онтарио, Канада. Что с ними делать, какая здесь система, как реагировать и так далее. Я это постараюсь все рассказать. И откуда я все знаю, потому что я учусь на паралигала, и в мой круг как раз обязанностей, моей юрисдикции входит защита вот этих тикетов в суде, то есть... В Онтарио, в Канаде совсем не так, как в России. В России вы платите свой тикет, да, то есть штраф, и если вы не согласны, вы должны подавать отдельную целую там жалобу, апелляцию в суд. Здесь же все не так. Здесь изначально вы имеете право на судебное заседание, если вы не согласны, то есть оно автоматически назначается, если вы отсылаете свое заметку, что вы хотите этот суд без всяких каких-либо заявлений, просто вы когда получаете штраф, там на обороте ваши опции расписаны. И у вас есть несколько опций. И первая опция – это заплатить штраф, то есть пойти в кассу, да, то есть в отделение ГИБДД, так сказать, заплатить. Либо можно заплатить по телефону, либо можно заплатить почтой. Либо вы можете заполнить, называется Notice of Intention to Appear. Это ваше заявление на судебное заседание, то, что вы хотите прийти и иметь суд, разбор полетов, так сказать. И еще одна опция – это plead guilty with an explanation. Это значит признать себя виновным, но с объяснением. И это совершенно не значит, что вы признаете себя виновным, придете, объясните, что ваша жена рожала, и поэтому вы так гнали по трассе, и поэтому вам думаете, что судья отменит и снимет все штрафы. Это абсолютно не так. Например, превышение скорости является absolute liability offense, то есть это абсолютная ответственность правонарушения. То есть у вас нет никаких отговорок, чтобы вам этот штраф снизили. Единственным условием наложения штрафа является сам акт совершения правонарушения. То есть я не хочу сильно углубляться в юридические тонкости, но есть разные виды правонарушений, и, соответственно, у них есть разные уровни доказывания. То есть прокурор, который должен доказать вашу вину, в разных случаях, в зависимости от правонарушения, должен доказать различные элементы, так сказать, правонарушения. Вот, например, превышение скорости – это один из самых простых для доказывания прокурору правонарушения, потому что нужно всего лишь, как я уже сказала, доказать факт самого правонарушения. Есть же такие правонарушения, как strict liability offense. Это когда вы можете доказать, если точнее вы докажете, что у вас не было другого выхода, что вы приняли все меры предосторожности и вы нарушили правила, например, дорожного движения, тем самым предотвратив еще больший вред, то такое правонарушение вам не будет зачтено, и штраф этот, скорее всего, суд отменит. Но вернемся к вашим опциям после получения тикета. То есть, еще раз повторюсь, первое – это заплатить сразу, и оплата сразу обозначает, что вы признаете себя виновным, и все последствия дальнейшие идут в ваш рекорд, то есть ваш профайл в Министерстве транспорта. Это включает в себя то, что в вашем профайле это сведения об этом правонарушении будут храниться 3 года. Следующее, то, что поинты за правонарушение, очки, будут храниться на вашем профайле 2 года. И то, что это правонарушение, также информация об этом идет вашему страхователю. Здесь не могу сказать конкретных сроков, сколько лет это будет влиять на вашу страховку. То есть каждое правонарушение может очень сильно влиять на вашу страховку. Она может сильно повыситься. Насколько лет зависит от вашего контракта, и у всех это по-разному. Бывает, что до 6 лет. Наш преподаватель, прокурор, она нам рассказывала, что однажды у нее был такой правонарушитель, у которого было 3 подряд штрафа, это называется как бумажные штрафы, то есть когда по сути ничего такого сильно плохого ты не сделал, но такие формальности как бы налагают на штраф, то есть у него было
по-моему, несовершеннолетние друзья, то есть он был сам совершеннолетний, но несовершеннолетние друзья пили алкоголь в машине, что запрещено в Онтарио, то есть нельзя в салоне вести открытый алкоголь. То есть здесь уже сразу два правонарушения. Первое – открытый алкоголь, и второе, по-моему, распитие этого алкоголя. И третье, по-моему, было, что кто-то из них или он не носил ремень безопасности во время поездки. То есть три штрафа, и этому бедному человеку подняли страховку до 2000 долларов в месяц. Это ужасный штраф, и ему это было на 6 лет, по-моему. То есть, ну, прокурор, они не звери тут на самом деле, они всегда идут навстречу, я об этом дальше поговорю. Она просто отозвала эти штрафы и сняли этому человеку, потому что она говорит, это был как бы человек очень молодой, мне было очень жалко, что практически на 6 лет он остался бы без машины за, в общем-то, правонарушения, которые, ну, по сути, он не совершал, это были его друзья, да, которые там пили что-то и так далее. Так, мы сейчас поговорили, если вы сами заплатите, второе, если вы признаете себя виновным, с объяснением. Что же такое объяснение? Объяснение включает в себя то, что если вы хотите, например, в суде попросить отсрочку платежа, и суды, кстати, у вас там 5 детей по полкам сидят и нечем платить, и вы там работаете на полставки, как бы просто так суд не будет снижать штрафы, но тоже возможно, если у вас действительно тяжелая ситуация, это все возможно. И еще одна опция есть, и она не прописана на обороте вот этого тикета, который вам дается, это встреча с прокурором, и я вам всегда советую выбирать эту опцию, потому что прокуроры всегда будут стремиться идти навстречу и снизить вам штрафы и в обмен, в общем, можно с ним совершить сделку. Во-первых, если у вас достаточно какой-то серьезный штраф, я имею в виду, по, например, по поинтам, то и вы, у вас уже их там не хотите, эти поинты, у вас уже много набралось, и если вы еще там сейчас их получите, вас там прав лишат, да? То есть вы можете прийти к прокурору и сказать, что, пожалуйста, снизьте мне какой-то другой штраф, я признаю себя виновным, только вот не это. И прокурор может вам предложить альтернативу. Ну, желательно, конечно, если у вас действительно какая-то такая ситуация, обратиться к какому-то паралигу, чтобы он вам выбрал сам что-то поменьше, потому что прокурору, ну, не всегда может на ум что-то прийти, лучше это паралиглу доверить, который выберет вам меньший какой-то штраф и договориться с прокурором. Но вы можете это и сами сделать. То есть прокурор может предложить, например, вместо нарушения штрафа по Highway Traffic Act, да, может вам сделать какое-то нарушение какого-то закона муниципалитета, например, несоблюдение знака. То есть вместо нарушения режима скорости он вам поставит нарушение несоблюдение знака, то есть по сути это одно и то же, то есть вы не соблюли знак ограничения скорости, но штраф абсолютно другой, там нету штрафных баллов, и, ну, в общем-то, намного-намного лучше, и они так делают часто. Почему они так делают? Потому что они, если вы говорите, что вы будете это оспаривать в суде, для них это вообще невыгодно, это занимает очень много времени, так что если вы договоритесь с прокурором, что вы признаете себя виновным на меньший штраф, то я думаю, что прокурор никогда не откажется от этого, и он даже сам вам что-то предложит обязательно. Еще есть такие вещи, как бумажные штрафы, как я уже сказала. То есть, например, если вы забыли дома права, и вам выписали штраф за то, что вы не предоставили, хотя полицейский, конечно же, посмотрел у себя по базе, что они у вас есть, и вам выписали штраф. Он небольшой, но все-таки это как бы неприятная такая вещь, да. И сразу оговорюсь, никогда не спорьте с полицейскими, у них такая работа — выписывать штрафы. Это бесполезно, они никогда
ну, если они вам сами не предложат что-то снизить там или что-то там потом донести, лучше, в принципе, или если вы как бы очень так мягко попросили, они вам отказали, лучше не спорить, потому что у них такая работа, от них ничего не зависит. Они вот выписали штрафы, а дальше вы можете все уладить с прокурором. Потому что прокурор – это, по сути, обвинитель, который должен доказывать потом вашу вину на основании того, что вас оштрафовал полицейский. А вот такие бумажные штрафы прокуроры всегда снимают, если вы придете к ним в офис и покажете, например, вот мне выписали штраф за непредоставление прав, вот они мои права, или там, вот она моя страховка, или там, просто пришли и сказали, у меня штраф за seatbelt, да, то есть ремень безопасности. Наверное, в 90%, 95% случаев, если вы не злостный нарушитель, у вас не 10 там подряд таких нарушений, прокурор просто их снимет, и все, вам не нужно будет платить ни штрафа, ничего, до свидания. Если же по каким-то причинам вы не будете успевать встретиться с прокурором, кстати, право на встречу с прокурором закреплено в законе Provincial Offences Act, так что в статье 5 это ваше официальное право, это не какое-то одолжение прокурора, но если вы по каким-то причинам не встретились с ним, вы можете прийти в судебное заседание на 20-30 минут пораньше, подойти к прокурору, сказать, что я такой-то и такой-то, и опять же прокурор вам что-то, скорее всего, предложит. То есть я была на судебных заседаниях, это случается постоянно, то есть у прокурора постоянно стоят какие-то люди, или он даже сам вызывает и предлагает что-то. Но, конечно же, это зависит от личности прокурора. И, наверное, бывают какие-то злобные, но я, по крайней мере, пока таких не особо видела. В основном они всегда стараются уменьшить штрафы, лишь бы закрыть все это дело, не иметь никаких судов, то есть как бы побыстрее все это вот делать, и они, в общем-то, всегда идут навстречу. Так, как я уже сказала, если вдруг вы пришли на заседание, и вашего офицера нет, то есть, да, первым делом спросите у прокурора, пришел ли ваш офицер, который вас штрафовал, чтобы давать показания. Если он еще не пришел, спросите, ожидается ли его появление. Если его появление не ожидается, то есть он заболел, например, вы сразу себя можете в суде, там в начале заседания спрашивать, признаете ли вы себя виновным. Вы себя не признаваете виновным, говорите нет. И тогда прокурор обязательно отзовет все обвинения, потому что просто нет главного свидетеля, невозможно доказать ваше преступление. Так, также есть такая фишка. Если, например, ваш certificate of offense, это вот этот вот ticket сам, каким-то образом неправильно заполнен, и у него есть там ошибки. Ошибки бывают тоже разных видов, есть фатальные и есть нефатальные. Фатальные – это, например, нет даты, нет подписи офицера, или не указана статья, что вы там нарушили, или нет штрафа. Ну, в общем, что-то такого серьезного, или прям вашего имени нету, не ошибка в имени, а вот именно имени нету, да, то есть что-то очень серьезное, или не указан муниципалитет, где совершено там адрес, да, это называется фатальная ошибка, и вы можете такой такой тикет аннулировать в суде до того, как что-либо вы сказали, то есть называется like, do you plead guilty or not, то есть вы себя признаете виновным, нет, вместо всего вы должны сказать, что я хочу, I'd like to claim motion to quash the certificate because of the fatal error. То есть вы как бы ходатайство об аннулировании тикета в суд приносите, да, заявляете. Но если вы уже что-то сказали, что я признаю себя виновным, я не признаю себя виновным, это не так сработает, потому что офицер, то есть прокурор имеет право просто изменить этот тикет, сказать судье, пожалуйста, измените вот это, внесите какие-то, и суд изменит, и все, вы не сможете его аннулировать, то есть это нужно делать до всего, но если это не фатальная ошибка, например, ошибка в вашем имени, или ошибка в штрафе и так далее, это уже намного сложнее сделать, я вам даже не буду объяснять, потому что это даже для юристов уже как бы такая сложная задачка, но они иногда работают, поэтому если вы видите какие-то ошибки, пойдите, проконсультируйтесь, и этот штраф такой для вас серьезный, то есть вы хотите с ним связываться, проконсультируйтесь у
паралигала, потому что, может, вы избежите ответственности. И, например, если есть фатальная ошибка, зачастую очень даже полезно вообще не приходить в суд, потому что в этом случае судья должен проверить правильность сертификата. Когда я говорю сертификат, это значит вот этот штрафной билет, да, тикет. Правильность сертификата, если есть там ошибки, он сам его аннулирует. Что, кстати, он не может сделать в вашем присутствии. В вашем присутствии просто прокурор заявит ходатайство о внесении изменений. В общем, все довольно тонко и сложно. Наверное, обывателю простому не так просто все это запомнить, поэтому я просто вам хочу рассказать, что какие способы бывают, и, возможно, вы будете о них знать, чтобы обратиться потом за помощью, или, может быть, вы даже сами начнете копать что-то там и раскопаете. Так, что я еще не сказала? Хочу рассказать немножко вам о сроках. Есть разные тоже виды нарушения. Они классифицируются под частями акта Provincial Offences Act. Их всего три вида. Первый вид – это такие простые нарушения, не предусматривающие, например, тюремного заключения или каких-то штрафов больше $1000. Такой билет, такой тикет должен быть вам вручен не более чем 30 дней с момента нарушения. То есть, например, если у вас была авария, и вот этот тикет еще на месте не составили, вам его сразу не вручили, а сказали, что потом вручат, то это вручается в течение 30 дней. Если я не ошибаюсь, этот сертификат должен вручаться лично. То есть, если вашему родственнику какому-то вручат, то это неправильно. Вы должны ответить на этот тикет в течение 15 дней. Как ответить, мы с вами рассмотрели в первой части видео. Это ваши 4 опции: заплатить штраф, признать себя виновным в суде, признать, то есть notice of intention to appear, да, то есть вы себя заказываете в суд, но в суде вы можете сказать, что да, виновен, и все, и пойти платить штраф, а можете оспаривать и иметь прям судебное заседание. Третья опция – это guilty with explanation, то есть вы себя признаете виновным и запрашиваете какие-то там послабления или что-то такое. И четвертая – это встреча с прокурором. И у вас есть на это всего лишь 15 дней, то есть вы за 15 дней должны что-то сделать, выбрать одну из этих опций обязательно. Если же вы этого не сделаете, то ваша лицензия водительская, то есть ваши права будут приостановлены, и там уже совсем все серьезно. То есть если вас... Вы, например, даже не будете знать, что они у вас приостановлены. Вы будете ездить, вас остановит какой-то милиционер, полицейский, проверит ваши права, посмотрит, что они у вас приостановлены, там уже очень большие штрафы и вплоть до criminal record, то есть уголовной ответственности. А вы всего лишь про штраф забыли, например, маленький, да? Дальше, парковочные штрафы. Вы должны заплатить или там ответить на них в течение 15 дней, но потом вам даются еще раз 15 дней. То есть, если вы пропустили 15 дней, вам еще раз, по-моему, присылают по почте все это дело, и вам еще раз дают 15 дней. И нарушения третьего вида, они уже более серьезными, идут под Part 3 of Provincial Offences Act. И это нарушения, которые предусматривают тюремный срок, то есть не обязательно, но одна из опций доступных судье – это вас заключить под стражу. Или штрафы, превышающие $1000. У них есть, то есть у полиции есть время, чтобы вам вручить этот штраф, тикет этот, аж 6 месяцев. То есть вы можете себе спокойненько жить и ничего не подозревать, а через 6 месяцев вам вручат этот билетик о том, что вы там что-то нарушили. Ну, есть разные причины на это. И там, кстати, уже совсем другие опции. Если в первой части у вас было 4 опции, здесь у вас уже никаких опций нет. Вам вручается повестка в суд. Почему? Потому что более серьезное нарушение и уже обязательно судебное заседание. Называется это summons.
И в повестках в суд вы можете в суде также признать себя виновным или невиновным. Если вы признаете себя виновным, суда, в общем-то, не будет, вам сразу выпишут штраф, и все. Если вы признаете себя невиновным, будет разбор полетов, будет полное судебное заседание. И, в общем-то, тоже такая достаточно серьезная вещь. Обязательно встретитесь с прокурором, обязательно поговорите, может быть, вы договоритесь до чего-то лучшего. Почему обязательно важны так встречи с прокурором? Потому что только прокурор может изменить ваше правонарушение. То есть это не судья, который сидит и думает: «О, ладно, я тут что-нибудь поменьше сейчас напишу». То есть у судьи есть заявление прокурора, там, оштрафуйте этого человека настолько-то, настолько-то. И судья уже смотрит, виновен человек или нет. Если виновен, он оштрафует, иногда даже на большую сумму, чем просит прокурор, потому что, точнее, может на большую сумму, чем было в вашем тикете, потому что прокурор имеет право повышать штраф там, в зависимости от вашего поведения, ну, естественно, до определенных лимитов, предусмотренных законодательством. Поэтому единственный человек, который может изменить вашу участь, так по сути, это прокурор. Но иногда в судебном заседании, и сейчас мы поговорим о судебном заседании кратко, при хорошем представителе юридическом вы тоже можете избежать ответственности, потому что прокурору достаточно такое тяжелое бремя доказывания на нем лежит, то есть он должен доказать вашу вину вне всякого сомнения. И чтобы избежать ответственности, вам всего лишь нужно это сомнение взбудить в суде. То есть, например, если офицер дает показания, да, то есть он рассказывает, как все, что было, и ваш там юридический представитель потом его опрашивает, и какие-то ответы у офицера не сходятся, или выясняется, что он что-то забыл, при правильном и как бы ловком ведении этого опроса можно доказать, что показания этого офицера не настолько credible, да, не настолько reliable. Мамочки, я не знаю, уже когда читаешь все это, потом трудно на русский переводить. Они, в общем-то, не настолько на них можно положиться. И если судья согласится, что да, я не могу сказать, что я не верю этому офицеру, но я вижу, что там есть какие-то нестыковки, то вас оправдают. И, например, у меня был такое пробное судебное заседание, причем настоящим судье, с настоящим судьей, и мне нужно было доказать, защищала человека, который не остановился на знаке «стоп». И для меня изначально, когда я увидела свое задание, я была в шоке, я думаю, ну как я тут докажу, ведь он сидел, полицейский видел все своими глазами, что человек не остановился на знаке «стоп». Но потом в итоге мне удалось выиграть, потому что офицер очень много не мог сориентироваться и правильно описать свое положение на трассе. Потом там у него были несовпадения, там кусты не в том месте располагались и так далее. То есть у него были такие нестыковки, и, в общем-то, все обернулось хорошо. Суд признал, что нельзя строить обвинения на таких показаниях. Так, что еще? Последнее, на что я хочу обратить внимание, что суды в Онтарио очень загружены, и судебные заседания назначаются очень не скоро, то есть часто это бывает даже до года, и иногда это бывает даже больше года. Например, если откладывается судебное заседание не по вашей просьбе, не по вашему ходатайству, а по ходатайству прокурора, например, там он что-то хотел сделать или вам не предоставил, например, там disclosure, то есть вам документы по вашему запросу не предоставили или что-то такое, в общем, не по вашей вине, и суд все время откладывается, и вот уже прошло 12 месяцев, вы имеете право подать ходатайство о прекращении судебного производства на основании статьи 11b Canadian Charter of Rights, который предусматривает право как бы индивидуума на резонные такие оправданные сроки судопроизводства. И принято, что обычно нормальные сроки производства не должны превышать 11-12 месяцев. И сами вы тоже, в принципе, наверное, сможете подать это заявление. Там есть тонкости. Но я вам советую обратиться все-таки
специалисту, не юристу, паралигалу. У юристов очень большие, я имею в виду lawyer, не к адвокату, не к lawyer, у них очень большие расценки, у паралигалов они намного меньше. Еще должна добавить, что я не сказала про Demerit Points, да, вот эти вот очки, которые аккумулируются. Здесь, да, за каждое правонарушение, в зависимости от его тяжести, дают такие очки. Но, правда, не за каждое. Есть очень мелкие, за которых нет никаких очков. И когда вы набираете определенное количество этих очков, сначала с вами там ведется беседа, потом вам там приостанавливают на несколько дней, потом вас совсем останавливают права, и там, ну, разные, в общем, это другой уже разговор, то есть всегда нужно смотреть, какое у вас правонарушение, сколько вам очков за него дают. Вот, теперь точно все. Если вам было интересно, пожалуйста, поддержите, ставьте пальчики вверх. Спасибо за внимание и всем пока!